мы в детстве и дети, мы пользовались общественным транспортом. Мы стояли на этих остановках и высматривались туда вдали, и так надеялись, что вот-вот подъедет наш троллейбус, автобус с определенным номером, который нас возьмет туда, куда мы направлялись. Что объединяло людей вот на этих остановках? Знаете, мне кажется, что их объединяло одно – скорее попасть домой. Я не видел, или, по крайней мере, не помню, что на этих остановках строили каких-то серьезных сооружений, таких гостиниц или таких удобных скамеек, когда люди могли бы сесть и сказать, неплохо, пару дней можно здесь, как говорится, провести время. Должны помнить, что вот остановки нашей жизни – это не для того, чтобы там укорениться навсегда. Здесь временные жители. Оказывается, что жизнь настоящая в самой сути, как верующего человека, с его вечным предназначением, вечной душою, оказывается, это не здесь, на земле.